Краснодаре задержали наркодилера-гастролера. Житель Сургута приехал в краевой центр специально, чтобы оставить закладки синтетического наркотика в тайниках. У мужчины изъяли больше 20 граммов вещества, которое считается аналогом героина, а также шприц, электронные весы и фасовочные пакеты. На работу закладчик вышел в состоянии опьянения, чем и привлек внимание стражей правопорядка. Полицейские уже выяснили, что северянин раньше привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.